всесоюзные задачи, 328-я задача. Условие. В числовых последовательностях а, n и b, n каждый член, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих. Причем а первое равно единице, а второе равно двойке. А b первое равно единице, ой, b первое равно двойке. Напишите формулы. Аналогично с b. При этом вот. Вопрос задачи. Сколько существует чисел, встречающихся как в первой, так и во второй последовательности? Вот так. Ясно, да, условия? Для B какая последовательность? Такая же, абсолютно. Ну, напишите несколько первых членов. Я сейчас это буду делать. 1, 2, 3, 5. Да, да, пожалуйста. Давайте посмотрим, что у нас будет. Ясно, что... Это не А, это Б. Ясно, что третьи члены этих последовательностей будут совпадать. Посмотрим на четвертые. Тут это будет 5. А тут это будет 4. А теперь, в общем, я утверждаю, что ответ задачи 3, и кроме членов последовательности 1, 2 и 3, никаких больше совпадений в этих последовательностях не будет. А n минус 1 будет меньше, чем bn, что будет меньше, чем an при n больше или равно 4. Вот так. То есть последовательности на самом деле будут чередоваться? Да. То есть там никаких совпадений больше не будет, а все будет чередоваться вот, ну, так, ясно, да? Ашка, бэшка, ашка, бэшка. Да. Докажем этот факт по индукции. Ясно, что база n равно 4, и при этом а третье, оно равно 3, и оно меньше, чем b четвертое, которое равно 4, оно же меньше, чем an, которое равно 5. Ну и... 3 меньше, чем 4, 4 да. меньше, чем 5, согласен. Переход... Шаг очевиден. То есть перейдем к из от n к n плюс первому. Напишем это. Вам нужно, чтобы были выполнены такие неравенства. Да. Разложим по правилу наших последовательностей. То есть это будет равно а n минус первое плюс а n минус второе. Это будет bn плюс bn минус первое, это будет an плюс an минус первое. А теперь по предположению индукции ясно, что вот это меньше, чем вот это, которое меньше, чем вот это, а вот это меньше, чем это, и меньше, чем это. Ну, для этого все-таки формально надо было посмотреть не 3, 4, 5, а еще чуть-чуть дальше. Напишите все-таки следующие члены. Это будут 8 и 7. И 7. Да. И как там неравенство выглядит у нас? Было 3, 5, 4, 5, 7, а теперь 8. Будет... Что? 5, 7, 8. Да, 5, 7, 8. Так, ну что, ребят, все поняли? Замечательно, хорошая задача.